Скумбрия, запеченная с ароматными травами, это всегда беспроигрышный вариант. Ловите итальянский рецепт. Что сегодня нам поможет сделать нашу скумбрию особенно ароматной и вкусной? Помидоры черри, розмарин, петрушка, соль, перец, чеснок, лимон и немного сушеного базилика. Можно взять свежий, если есть. И начнем. Для начала нашу рыбку мы хорошо помыли и очистили внутри от пленочки черной. И сделаем небольшие надрезы, небольшие, не до косточки, чтобы рыба не развалилась. Вот такие надрезы мы сделаем с двух сторон. И теперь мы приготовим сальсу из наших вспомогательных ингредиентов. Для начала мы берем всех ингредиентов понемножку. Немного перца, немного соли, всего по вкусу. Главное не переборщить. Сколько вы примерно себе представляете пойдет на вашу рыбу? Сколько вы взяли рыбы, столько примерно и ставьте продуктов, ингредиентов. Вот я беру всего здесь ломтик лимона у меня. Здесь у меня пойдет совсем немного петрушечки. Режу очень-очень мелко. Делаю такой вот как бы фаршик. Сюда же очень мелко нужно будет изрубить чеснок. И теперь сюда же немного нашего розмарина. Можно сухого, это не обязательно нужен свежий. Главное не переборщить никакой специи, чтобы рыба не горчила. Все оттенки должны быть легкими. Все, наша сальса практически уже готова. И сюда мы еще добавляем оливковое масло. Совсем немного добавляем масла, потому что рыбка и так у нас это жирненькая. Теперь рыбу мы перекладываем и заливаем нашей этой сальсой, этим соусом, что у нас есть из ароматных трав. Немножечко в бочки, чтобы оно у нас зашло, с чесночком, с петрушечкой и, конечно же, внутри, чтобы оно зашло. И также и с другой стороны переворачиваем. Запеченная скумбрия вообще готовится очень быстро и отличная идея для здорового питания. Блюдо очень полезное и аппетитное. Все так же мы делаем и со второй рыбкой. Просовываем сюда в наши разрезы, в наши емкости. Обязательно сюда в брюшко наполняем. И переворачиваем. И начиняем. Уже такой аромат стоит и трав, и чеснока на кухне. Рыба будет печься в духовке 20-25 минут. Это будет зависеть от объема вашей скумбрии, скажем так. Потому что есть более крупная, более мелкая. Вот так вот она у нас симпатична здесь. И мы ее немножечко украсим еще помидорками. Вот здесь вот. А теперь я несу в духовку нашу, где она пробудет, наша рыбочка, как я уже сказала, 20-25 минут при температуре 200 градусов.
Вот наша рыбка с пылу с жару уже из духовки. Посмотрите, какая она красавица и очень ароматная. Так, сегодня мы будем очень вкусно ужинать. Я ее перекладываю в тарелочку для подачи на стол. Вот так вот. И вторую. Это очень-очень вкусно и очень невероятно полезная рыба. Очень сильно насыщена омега-3. Вот так. Рыбка получилась очень ароматной, и мы сегодня очень вкусно поужинаем. Желаю вам тоже приятного аппетита. Подписывайтесь на канал «Итальянский перчик» и ждите новых вкусных, замечательных и свежих рецептов прямо из Италии. Всем пока!